Всем привет, ребят! Я сейчас буду рассказывать 50 фактов о себе. Меня зовут Милана. Меня зовут не Милана, не Катя, Валя, Саша. Именно Милана. Мне 10 лет. Совсем скоро будет 11. Я живу в городе Энгельс. Вы, возможно, не знаете этот город, но это Саратовская область. Не все его знают. Кингисепп. Я родилась в городе Кингисепп. У меня на животе с правой стороны, где ребра под ребрами, вот тут вот где-то, есть такое белое пятнышко, это мое родимое пятно. У меня есть животное, кошка, киса-миса, которая очень много ест. Она без остановки ест, у нее просто живот, такой вот, наверное. Как у меня. И тошка, дракошка, картошка, пердошка, которая очень много пукает. Я скорпион, потому что весут, конечно, тоже в октябре, и они до 23 октября вроде бы. И у меня день рождения как раз 24 октября. Вот так вот, поэтому я скорпион. Я не люблю рыбу, потому что она невкусная для меня. Сейчас очень много в комментариях вижу, я тоже не люблю рыбу. Ребятки, я тоже не люблю рыбу, мы с вами в одной компашке. У меня нету родных братьев и сестер. Если бы они у меня были, я бы показывала их вам, естественно. Я учусь на 4, четверки и пятерки, я хорошистка. У меня, я эту четверть, четвертый класс, закончила годовую с двумя четверками и все пятерками. Я люблю больше плавать, можно сказать, даже я бы жила в воде, потому что там очень круто, офигенно просто. У меня есть родинка на ступне. Видите, да? С правой стороны и родинка. Стоп, ребят. У меня на одной стороне и на правой. Офигеть, это совпадение. Я проколола уши первый раз в один годик. Когда я была очень маленькая, я очень плакала, когда мне прокололи уши, потому что это реально больно. У меня нет лучшей подруги. Все говорят то, что у меня Милана лучшая подруга. Ребят, теперь вы будете знать то, что у меня нет ни Лип, лучшая интернет-подруга, или ЛП, лучшая подруга. Впервые я волосы покрасила в 10 лет. Да. Стоп. Как 10 лет? Точно, я же покрасила волосы впервые в 9 лет, когда у меня были, тонированные такие розовые волосы. Мои пальчики гнутся. Вот вы даже сами видите, то, что у меня пальцы гнутся. И вот эти пальцы гнутся, и вот эти пальцы гнутся. Вот у меня все гнутся. Я умею косить глаза. Так вот умею. Мой любимый напиток это литр. One Love. Да, я купила. Например, мне скажут, типа, Милана, быстрее одевайся, и пока я оденусь, пройдет 3 часа. Я учу английский язык. Я его учу 6 лет, 4 года. Когда мне будет 11 лет, уже будет... Сколько? 5 лет. Юбилей! Я очень сильно боюсь темноты. Я всего боюсь, даже свои тени боюсь. И иногда к чему-нибудь резкого сразу... О, господи. Я очень люблю долго спать. Если меня, например, кто-нибудь не разбудит, то я, возможно, встану, может, где-то в 2 часа дня, потому что я очень крепко сплю, сразу закрою глаза, можно сказать, и сразу засыпаю. У меня очень большие зубы, как видите, и очень большой рот, чтобы все съесть. Ладно, это была шутка. Не обижайтесь. Я всех слопаю. Это опять шутка. Но только не смешная. Я шмотница. Очень люблю вещи. Я бы весь мир искупила вещами. Когда я была очень маленькой, не то что сейчас, огромная. Так вот, когда я была очень-очень маленькой, я раньше хотела стать, продавщицей, кассиршей. Или уж кондуктором. Я родилась активной девчонкой. Как меня называют? Мое второе имя Шилопони. Я не могу найти общий язык с людьми, у которых нету своего... Как своего? Просто нету чувства юмора, потому что, например, ты расскажешь человеку смешную шутку, которая тебе смешная, ты смеешься, а он такой стоит, а мне не смешно.
Я просто ненавижу мошек или комаров. Они меня постоянно кусают. И я все чешусь, просто это просто капец. Это просто кошмар. Вы будете, конечно, наверное, в шоке, я не знаю, но я вам скажу сейчас одну вещь. Я не умею кататься на велосипеде. Мои любимые цвета. Рассказываю на этот месяц. Фиолетовый, голубой и розовенький. Розы, конечно, никогда не меняются, а и голубой тоже. А вот фиолетовый, там желтый меняются каждый месяц почти. Когда я балуюсь или схожу с ума, например, вы не поверите, я никогда не могу остановиться. Если меня типа накричишь с пятого раза, только потом я успокоюсь. Накричишь с пятого раза. Когда я была маленькой, я всех людей тянула за волосы, кричала на них, кусала, тянула, щипала просто за всю прям где-то. Рассказывай свою любимую еду, бандла. Значит, моя любимая еда — это гречка, особенно спагетти или макароны с сыром плавленым, такие сырик такой, ты тянешь макароны, такой сыр тянет. Еда, иди ко мне сюда, мои достоинства. Я щедрая, отзывчивая и добрая. Мои недостатки, рассказываю, их очень много. Я наивная и ленивая. Меня очень часто предавали в жизни. Много раз я переживала горе. Я ем только красные яблоки. Зеленые я не ем, потому что они кислые и в основном они твердые. Ведь я 6 лет не верю в Деда Мороза. Почему? Моя любимая бабушка, да, один раз мне рассказал то, что, ну, типа, Милана, сейчас, ну, типа, тебе пора узнать то, что и Деда Мороза не существует. Мои любимые певцы, можно сказать так. Билли Эйлиш, Ариана Гранде, Чарли Патч, Селена Гомес. Мой любимый город — это Питер, потому что он очень красивый. Я ношу только кроссовки, потому что я очень много танцую. Ну, вы сами знаете. И я не люблю там в сандалиях, в туфлях танцевать. Особенно мне туфли натирают. А я один раз туфли одела, мне пришлось босиком ходить по асфальту. Я когда была маленькая, мне было, может, года 4 или 3, я читала книгу, там такая девочка была черненькая, с челкой. Она была очень крутая, с челкой такая прям. На таком платьечке такая, с челочкой. Ну, нарисованная. Я очень сильно хотела себе челку, но потом, ребят, когда я сейчас вот поняла то, что челка на мне — это кошмар. Мой любимый праздник — это Новый год, потому что я, конечно, люблю остальные праздники, там 8 марта, день рождения. Я люблю тоже эти все праздники, там Пасха, это. Но просто как-то, почему не люблю день рождения так прям сильно, как Новый год? Прям у тебя день рождения, ты празднуешь, да? Обычно же в Новый год все ведь радуются, делают салюты, ну, там все ведь веселятся. А на твой день рождения только ты и твои родные и друзья веселятся. Я ложусь очень поздно, потому что я засиживаюсь в телефоне. У меня плохое зрение, плоховатое. Не супер и не ужасно, потому что у меня даже однёрки нету, у меня половина однёрки, то есть минус 0,5. Вы не поверите, но я думаю, все знают. У меня волосатые руки. Вот, видите? Они такие тепленькие. Потом я такая думаю, брить руки или не брить? Такая думаю. Да ладно, оставлю их такими, потому что, ну, как бы, бритые руки — это как-то странно. Я никогда не летала на самолете, летала в другие страны, за границу я не летала. Я была только в России и в других городах. Я очень боюсь щекотки, прям максимально боюсь щекотки, потому что если меня щекотишь тут или тут, не по животу, то это все капец. Я начинаю прям... Все спрашивают, какого у меня цвета глаза. Теперь вы будете знать, у меня серые глаза.
Я просто обожаю все клубничное. Я люблю клубничный цвет мороженого. Я люблю клубничный коктейль. Я люблю клубнику. И я люблю клубничный шоколад. Я все клубничное люблю. Просто балло. Ну все, ребятки, я всем вам рассказала все свои 50 фактов. Вот, ждите новые видосики. Всех люблю.